Сегодня началась сессия по апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Якутии. Были рассмотрены вопросы ключевых приоритетов инвестиционной и промышленной политики. В качестве пилотных регионов для внедрения стандарта были выбраны 20, в том числе и Якутия. Как отмечают специалисты, в настоящее время формируется план действий, направленных на приведение системы образования реальным потребностям предприятий, которые функционируют на территории республики. Также было отмечено, что в регионе существует дисбаланс между рынком труда и географией трудовых ресурсов. Мы рассматриваем в том числе инвестиционные стратегии, стратегии промышленного блока и обсуждаем типовые требования работодателей к подготовке кадров. И, соответственно, насколько сейчас формируются текущие потребности. По сути, это инвентаризация того, что сейчас делается на территории республики, и проектирование деятельности совместно в этом направлении, как мы предполагаем, на следующие как минимум 5 лет и на перспективу до 2030 года.